HBO Pictures. Гражданская война изменила все. Накануне битвы при Манессасе я был еще мальчишкой. При Геттисберге – юношей, полным надежды. При Эппоматоксе – солдатом. Затем было поражение. Но мы не давали Янки покоя. Мы грабили их банки, и они преследовали нас как бандитов. Я продолжал воевать за дело, от которого отступились другие. Греф был моим полковником. И я шел за ним. Он вел нас все дальше, не давая оглянуться назад. Но наступил день, когда я понял, что Грефа уже не остановить. Весь мир стал для него врагом, а мы превратились в заложников его пагубной воли. И тогда мне стало ясно, что я должен сделать выбор. Пусть даже впереди нас ждут убийство и смерть. Штат Нью-Мексико, 1873 год. HBO Pictures представляет. Производство Davis Entertainment Company. Фильм Джеффа Мерфи. Коммерческий банк. На роли Микки Рурка. Последний изгой. В фильме снимались Дермот Малруни, Тед Левин, Джон МакГинли, Стив Бушеми, Кит Дэвид, Дэниел Куин и другие. Они здесь. Вы на крыше соседних домов. Быстро! Вперед! И не высовываться! Пошли! Стрелять по моему сигналу, когда они спешатся. Понял. Когда спешатся? Всем сидеть тихо! Композитор Мейсон Деринг. Быстро давай на крышу, вы двое через дорогу. Художник Брентон Свифт. Скорее, скорее. Оператор Джек Конрой. Оставайся здесь. Дай знать, когда все будет готово. Сделайте что-нибудь. В банке деньги, и там люди. В банк они не войдут, мы перебьем их. А вот и они.
Продюсер Джон Дэвис. Автор сценария Эрик Ред. Начнем, как только они спешатся. Режиссер Джефф Мерфи. Постой. Они заметили нас. Сколько их там? Я ничего не знаю. Сэр. Это что такое? Этого доходягу к двери. Пошел, живо. Привяжите их так, чтобы были видны их рожи, и ломайте все перегородки. Давай сюда. Стоять, или мозги вышибу. Они выйдут через главный вход. Привязывай быстрее. Пошла, пошла. Хороший улов. Давай динамит, Уиллс. Динамит? Что ты задумал, Греф? Возьмите людей и зайдите сзади. А теперь походим. Ты хочешь взорвать этих людей, они ни в чем не повинны. Не смей мне перечить, парень. Погоним. У него динамит. Скорее. Помогите нам. Откройте дверь на помощь. У него динамит. Уходим. Бежим, надо вывести людей. Выбивайте стекла. Попал. Динамит, уходим. Они уходят. Шар, ты дал им уйти. Далеко не уйдут. Gotcha. Попал. Oh, no.
пошла, пошла. Ладно, пока мы оторвались от погони. Кто ранен? Пуля прошла на вылет. У меня сломаны два ребра. Пуля в ноге, но кость не задета. Смогу ехать верхом. Покажи твою ногу. Просто царапина. Нам придется оставить тебя, солдат. Нет, я смогу ехать, Греф. Я выдержу. Выдержу. Патроны? 11.36 и 23.45 калибра. 16.12 и 18.45. 9.45 для Кольта и 23 универсальных. 31.45 и у меня есть нож. У меня горсть, штук 30. Пац. Пересчитай. Двадцать сорок пятого и 8.44. Не густо. У меня 12.45. Юстас. Дай ему патронов. Передохнем немного. Надо обработать рану, Лумис. У нас нет времени. Да и тебя надо перевязать. Меня? Я приложи. Ты меня не бросишь, Юстас? Нет, не брошу. Вот оторвемся от погони, и я перевяжу тебе ногу. О, Боже. Не бойся. Я тебя не брошу. Я выдержу. Вроде никого. Похоже, оторвались. Ну что там? Все чисто. Никакой погони нет. Греф говорит, что есть. Чушь собачья. Никого там нет. Хочешь, сам посмотри. Греф всегда прав. Он не раз спасал наши задницы, как в этом городе. В этом городе? Он говорил, что банк не охраняется, и все будет тихо. Он гнал нас туда 2 дня по бездорожью. А там нас ждала засада. Так что он нам не указ. Он вывел нас оттуда. А кто завел нас туда? Юсис, мы всех там до смерти напугали. Никакой погоны нет. А ты что думаешь, Лавка? Что думаю, то думаю. А вы думаете, что хотите? Греф наш командир. Мы ему подчиняемся. Так было и так будет. И хватит спорить. Что ты делаешь, пас? Отвали. Нам надо передохнуть.
Заодно перевязать раны, чтобы не загноились. А где Лумис? Надо бы остановиться, перевязать им раны. Вроде погони нет. Я тоже так думал. Уверен, что нет. Нам бы всем не мешало передохнуть. Еще несколько миль, парни забунтуются. Ты так думаешь? Они выберут тебя командиром. Вот увидишь. Пошла. Что это? Заткнись, пац. Это песня. Я был бродягой и бунтарь. Спой с нами, пац. Не стану я петь. Юстас, сделай что-нибудь. Заткнись, пац. Черт, сколько можно? Держанки, милое сердце, навеки я отдал. Иди сюда. Ну, подойди, пожалуйста. Оставь его. Юстас. Ему крышка. Сейчас, я помогу тебе. Греф приказал оставить его. Пошла. Что скажешь, Лавкрафт? Скажу, что Грэв думает одно, а Юстис другое. Держись. Лумис, я помогу тебе, но ты должен держаться в седле. Юстис. Держись. Юстис, не отставай, поехали. Солдат выполняет приказ. Или гибнет. Я не мог бросить Лумиса. Но, помогая ему, я осознавал, что пытаюсь спасти не столько его жизнь, сколько свою собственную. Держись.
Я приказал оставить его. Мы никого не оставим. Никогда. Давай упростим все это. Греф, он один из нас. Не убивай его. Он был очень богат. У Грефа была плантация на Миссисипи. Жена, три дочери. Северяне нагрянули, когда он был в кавалерии генерала Форреса. Они сожгли все дотла. Изнасиловали жену, дочерей, а потом убили. Я был рядом с ним, когда он узнал об этом. Это было перед битвой за Атланту. Я видел его глаза. В них что-то умерло. Он не пролил ни слезинки, набросился в самое пекло этой кровавой битвы. Всем, что я умею, я обязан ему. Я поведу вас в Мексику и сделаю все, чтобы мы дошли. Сделаю все так, как сделал бы он. Там нас ждет свобода. Ради меня еще никто не рисковал своей шкурой. Это все, что я мог сделать для тебя. Хорошо, что мы вовремя обработали рану. Ты мог бы потерять ногу. Спасибо, Юстис. Может, поедешь завтра со мной на моей лошади? Нет.
Я выдержу. Ты очень ослаб, парень. Я собрал в городе 30 человек и готов был отправиться за тобой в горы. Думал, на поиски уйдет месяц. Но, слава богу, ты сам попался. За тобой должок, Греф. Где деньги, Греф? У кого-нибудь найдется закурить? Я убью его прямо сейчас. Дайте хотя бы покурить. Дайте ему сигарету. Держи. Твои люди украли из моего банка сотни тысяч долларов. Говори, негодяй. Шарп. Давай, спусти курок. С удовольствием. Шарп. Говори, негодяй. Ты убил 10 моих людей. Теперь ты у меня в руках. И еще мне нужны Юстис и Файло. Мне не все нужны, черт возьми. Мне тоже. Маклинток, он ничего не скажет. Мы с ним теряем время, а его дружки уходят. Надо прикончить его. Он нам не нужен. А может, пригожусь? Деньги у моих людей, и я знаю, куда они направляются. Ты готов помочь нам поймать их? Почему я должен тебе верить? Мои парни стреляли в меня. Чушь! Все, ты врешь. Это я тебя подстрелил. Все это видели. Думай, что хочешь. Давай, стреляй. Только не промахнись на этот раз. Пожалуй, возьмем его с собой. Он может нам пригодиться. Сейчас для меня главное вернуть деньги. Можешь пристрелить его потом, если хочешь. Я это сделаю, негодяй. С большим удовольствием. Судя по этой карте, мексиканская граница милях 50 отсюда. Надо идти вдоль границы Техаса до Рио-Гранде. Логично. Даже слишком логично. Если Греф был прав, они преследуют нас. Да нет никакой погони. Я это знаю, ты это знаешь, и хватит об этом. Заткнись, пац. Они тоже решат, что мы двинемся на юг. А что, если уйти в Канаду? Что говорят кости насчет Канады? Что тут смешного? Что скажешь, Юстис? Нужно идти на восток. Куда? На восток. Нет, ты хоть знаешь, что на востоке? Там Нью-Джерси. Нам нельзя идти на восток. Нью-Джерси? Это неплохо. Я не пойду на восток. Пройдем немного на восток, чтобы сбить их со следа, а потом повернем на юг. Там мы найдем жилье, корм для лошадей и лекарства. Так что идем на восток. Чушь. А ты что скажешь, Лавкрафт? Скажу, что в этом нет смысла. Но вот, я же говорил. И поэтому план хороший. Черт, в нем нет никакого смысла. Ты со мной? Файло? По-твоему, так будет лучше? Я спрашиваю, ты со мной или нет? Ну и дурак ты, пац. По-моему, твой план — дерьмо, Юстис. Дерьмо? Дерьмо.
Что ты предлагаешь? На юг? Прямо граница? У нас на хвосте никого нет. Никакой погони нет. Пожалуй, Патс прав. А если есть? Тогда нужно идти на восток. Если уходить от погони, то лучше идти на восток. Да, пожалуй, так. На восток. Чушь. Прекрати свистеть. Ненавижу эту песню. Ненавижу. Южанки, милые сердце, навеки я отдал. Кто поет? Прекратите петь, идиоты. Хватит. Слышал эту песню? Да, я воевал с генералом Грантом. А мы победили. Война закончилась. Эта война никогда не кончится. Черт, хорошая песня. Почему мы идем в этом направлении? Нам надо на восток. Молчи, тебя не спрашивают. Там очень красивые места. Твоим людям нужно выйти к границе. Зачем им на восток? Они думают, мы будем поджидать их на юге. Может, он прав. Он хочет сбить нас со следа. Пораскинь мозгами, шериф. Греф, на этот раз мы тебя послушаем. Но предупреждаю, если ты хитришь, и мы не найдем бандитов к полудню, тебя пристрелят. До полудня, бандит. Не высовывайтесь, они могут быть рядом. Как бы они нас не заметили. Черт. Это они. Может, перестрелять их, пока они нас не заметили? И не заметят, солнце бьет им в лицо. Сделай что-нибудь. За это ты мне и платишь, верно, Маклинток? Они слишком далеко, шериф. Ты был еще дальше, когда я подстрелил тебя. Смотри, бандит. Внимательно. Мы обнаружим себя. Твое дело смотреть. Ты все испортишь и наверняка промажешь. Заткнись. Сильный боковой ветер. Я сказал, заткнись. Ветер сильный, я бы сделал поправку на дюйм. Или на четверть дюйма вправо. Стреляй. Юстис, там засада. Черт. Проклятие. Ты говорил мне в погоне? Надо было идти на юг. Заткнись. Вперед, вперед. Прекратить огонь! Не тратьте зря патроны! Ты опять промазал?
Заткнись, ублюдок. Ты промазал. Это бывает. Никогда. Я бью без промаха. Они уходят. В погоню. Погоним, погоним. Давайте быстро. Я никогда не промахиваюсь. Стойте. Разделимся. Ломис со мной. Они разделились. Естественно. Это нам на руку. Очень даже на руку. Дороги сходятся где-то в миле отсюда. Граб, веди своих людей направо. Есть, сэр. Вперед, за мной. Ломис, покажи ногу. Уже не кровоточит. Попались. Он всегда прав. Кто их ведет, черт возьми? На этот раз не уйдете. Стой! Смотрите в оба. Будьте начеку. Следи за скалами. Они направляются на восток. Они вышли здесь. Да давайте за ними. Отличное место для засады. Граб? Да. Возьми людей и проверь следы на другой стороне. Вперед, пошла. Шериф, следы ведут вниз по течению. Идите по следу. Похоже, все тихо. Поехали. Yeah.
Шериф, следы ведут назад в реку. Они сзади. Берегись. Отлично, Юстис. Я с вами еще попытаюсь. Хватит, уходим. Уходим. Пайло. Еще раз пальну. Хватит, пац. В чем дело? Да нет. Ни в чем. Проклятие. Тащи его. Они за все ответят. Мистер МакКлинток, надо поговорить. Мы с парнями уходим. Вы не можете? Можем, сэр. Мы добровольцы. И вы нас не остановите. Но вы не убили ни одного бандита. И не получите обещанных денег. Мы сделали все, что могли. Гонялись за этими мерзавцами, и у нас есть убитые. Верно, шерифа убили, а мы подчиняемся только ему. Позволю себе напомнить вознаграждение обещанным банком. $1000 за каждого бандита. Пока вам не удалось поймать никого, кроме Грефа. Деньги остались у бандитов, и вы не получите ни цента. Ни цента. Все, парни, уходим. Трусы. Пошел ты. А может, те, кто останется, поделят долю тех, кто уйдет? Как это? Что он сказал? Верно. Верно. Постойте, а как насчет доли убитых? Она ваша. Включая долю шерифа? Хорошо. Черт с вами. Да. Это совсем другое дело. Ладно. А если мы останемся, кто поведет нас? Вы? Могу я вас кое о чем попросить? Юстис, раз ты у нас за старшего, может, расскажешь о том салуне? Хороший глоток виски, лучшее лекарство. У меня страшная жажда, у тебя, Файла. Угостишь меня, пац? Этот салон в 20 милях от Рио-Гранде. Там уже Мексика. Но если на пути в Мексику только один салон, наверняка там нас будут поджидать. Погони больше нет, мы их напугали до смерти. Если они куда поедут, то обратно в свой паршивый городишко. Кто-нибудь раньше бывал в Мексике? Я нет. Я был, а ты? Нет, не был. Намного слышал. Говорят, у этих мексиканских сеньорит соски на сиськах величиной серебряный доллар. Врешь. Вот черт. Не может быть. А вот и может. Правда, Юстис? Может и так. Не знаю, как вы, ребята, но я завязываю. Неужели? Да. Уйду на покой в Мексике. Куплю небольшую гасиенду у моря.
Найду себе красотку-мексиканку, буду сидеть с ней на берегу, возьму бутылку виски, зарою ноги в песок и буду любоваться заходом солнца. Мексика, черт, так хорошо, аж до дрожи. Пайло, черт, они на горе. Уходим. Греф. Уходим, побыстрее. Пошла, пошла. У них полно людей, они перебьют нас. Надо было прикончить их там, на реке. Зря мы это не сделали. Заткнись, Уилл. Гони. Один готов. Это твоя первая тысяча. Без нескольких центов. Потому что я отрежу палец у этого ублюдка Файла. Ты не тронешь его. Он один из моих людей. И ты проявишь к нему уважение. Греф, лучше займись делом. Знаете, что нужно сделать? Надо отдать им деньги. Насчет денег и не заикайся. Я куплю их все. С такими деньгами они сразу повернут домой. Черт. Юстис. Греф без этих людей ничего не стоит. Надо отдать им деньги. Давай отдадим. Нет, Уиллс. Бац. Деньги у него. Черт. Вот черт. Я убью этого гада. Может, догнать его? Нет. Мы его не догоним. У него мои деньги. Стой! Хочешь попасть мне в руки? Он далеко не уйдет. Пристрелю эту сволочь. Пац, стой! Пац! Нам его все равно не догнать. Стой, Пац! Все, наши денежки уплыли. О, черт. Это деньги. Что-то здесь не так. Не нравится мне это. Он вернул деньги. Тут какая-то хитрость. Пошла, пошла. Ждите здесь. Будьте начеку. Один раз мы уже попались. Они здесь. Все деньги здесь. Можно возвращаться. Ты отлично поработал. Мои деньги. Вам нужны деньги, сэр. Вот и собирай их. Назад! Быстро! Они нас обстреляли. Убили банкира.
МакКлинтек и его чертовы деньги. Распрощайтесь с деньгами. И с тобой тоже. Оставь его, Граб. Он нам нужен, чтобы поймать этих гадов. Получим по 1000 за голову. Черт, прикончим Грефа, прихватим файла и получим за них 2000. Граб прав. Пристрелим его, заберем файлы и вернемся в Форт Смит за вознаграждение. Верно. Греф нам нужен живым, пока не поймаем этих гадов. А потом ты его убьешь. Это целых 8000. К черту, я пристрелю его. Хватит нам и того, что есть. Не смей, Граб. Пошел ты. Хватит вам. Весьма обязан. Дай ему пасть. Еще раз. Вот так. Хватит. Я спас вас. Отличный удар. А ну еще. Давай, Патс, еще. Хватит. Врежь ему, Патс. Хватит. Давай, бей его, бей. Бей. Сукин сын. Хотел, чтобы меня бросили. Сукин сын, для тебя убить мало. Получай, ублюдок. Получай. Вот тебе. Хватит, Патс. Я не дам его убить. Он отнял наши деньги. Может, он спас наши шкуры? А может и нет. Теперь у Грефа была новая банда. И он шел по нашему следу. Но ему был нужен только я. Это был поединок. Я понимал, что все решится при нашей встрече. Один на один. А мне здесь нравится. Виски, Сэм. Уже заплачено. Ну что, лейтенант, патроны есть? Что тебе нужно, Греф? У Файла было 22 патрона. Когда я грузил его труп на лошадь, у него оставалось 2. По моим подсчетам, у вас на всех патронов 35 максимум. Ты так считаешь? Послушай, у этих людей больше 1000 патронов. Я хотел поговорить с тобой, Греф. Я тоже хотел с тобой поговорить. Командир должен знать, сколько патронов у его солдат. А командир теперь ты? Я хочу с тобой договориться. Хочешь, чтобы я прекратил погоню? А что ты можешь предложить? Не знаю. Ведь деньги теперь у вас. Ты мне должен нечто больше, чем деньги. Нечто большее. За твой должок. О чем ты, граф?
Может, отдашь мне Лумиса? Ведь он для тебя обуза. От него всегда было мало проку. Меня бы это устроило. А может, Патца? От Патца одни неприятности. Ты же командир. Может, отдашь мне Уилса или Лавкрафта? Я никому из них не доверяю. Черт возьми, один из них негр, а двое других идиоты. Ты же знаешь, я никого не бросаю. Думаешь, ты сможешь помешать мне убить кого-то из них, если я захочу? Договориться мы с тобой не сможем. Все уже решено. Ты был моим лейтенантом и пошел против меня. Ты стрелял в меня, Юстис. И бросил меня умирать. Теперь ты ответишь за это. Ты последний, кого ты мне можешь предложить. Ну что? Где бутылка? Где виски? Не задавай вопросов. Здесь я, командир, и ты должен выполнять мои приказы. Твои приказы? А куда это ты собрался нас вести, Юстис? Не спой со мной, Пас. Погоня у нас на хвосте, до границы миль 50. Куда же ты нас поведешь, лейтенант? Преисподняя, если понадобится. А не согласен, я вышибу твои дурацкие мозги. Пас, я хочу спасти тебя и всех вас. Вот что я тебе скажу. Ты не способен командовать даже дерьмом. Ты никто, Юстис. Вот, гад, нога. Хватит, хватит, перестань. Получи. Мы направляемся в Мексику. Ничего не изменилось. Я же говорил, поедем в Мексику. Мы едем в Мексику. Я? Не знаю. Не знаю. Нет, нет, не верю я в это дурацкое колдовство. Лавкрафт, вставай, едем в Мексику. Прямо на юг.
Они наверху. Это Грэм. Он нас ждал. Будь он проклят. Где Лумис? Не знаю, он ехал за мной. Юстис! Черт, проклятие! Помогите! Я пойду за ним. Куда? Тебя пристрелят. Но кто-то должен вытащить его. Я не позволю тебе идти на верную смерть. Мы же никого не бросаем. Помогите. Помогите кто-нибудь. Черт. Помогите. Он прострелил мне руку. Будь он проклят. Черт. Он прострелил ему ногу. Я больше не могу. Теперь ты командир, Юстис. Помогите. Юстис. О, Боже. Понял, каково это быть командиром? Ты должен принимать жесткие решения. Убейте меня. И контролировать ситуацию. Убейте меня. Теперь вы лишились двоих. Кто это сделал? Греф? Он исчез. Что случилось? Грэв был здесь. Он ранил лошадь. Он мог убить меня, но не сделал этого. Будь он проклят. Он этого не сделал. Он подстрелил мою лошадь. Проклятие. Пристрели ее. Ублюдок. Сядешь к Лавкрафту. Вот сукин сын. Он подстрелил Лумиса с горы, а потом оказался здесь. Как он сюда попал? Как ему удается появляться и исчезать? Поехали. Лавкрафт. Поехали.
Черт. Лошади тяжело. Юстис. Подожди. Юстис. Лошадь не выдержит. Она упадет. Стой, стой. Спокойно, спокойно. Чертова лошадь. Будь она проклята. Моя бы и троих выдержала. Моей лошади больше нет, Уилл. Верхом или пешком, один конец. Что же теперь делать? Это была твоя лошадь, я ничем помочь не могу. Прости. Лавкрафт, давай в седло. Что? Выполняй. Вы не оставите меня здесь. Вы не можете меня бросить. А? Это все, что я могу для тебя сделать. Все мы не вечны. Удачи. Мне крышка. Но вот что я сделаю. Прихвачу с собой кого-нибудь из них. А вы скачите быстро. Лавкрафт, ты должен добраться до Мексики. Поцелуй за меня парочку сеньорит, и я буду доволен. Не забывайте хорошие времена. Мы взяли 30 банков, это много. Это много. Это много, дружище. Юстис, расскажи своим внукам, что Фрэнк Уиллс. Фрэнк Уиллс погиб как герой. Расскажешь? Это было бы здорово. Вам надо ехать. Прощай, Уиллс. Передай привет Файлу. Проваливайте. Проваливайте. Тысяч янки лежат в пыли на юге. Мы шлепнули 300 тысяч, прежде чем они победили. Они дохли от лихорадки, от наших пуль и сабель. Жаль, что не 3 миллиона отправили мы на тот свет.
Осталось трое. Подождем их здесь. Черт, надо бежать в Мексику. Махнем через реку, там мы будем в безопасности. От Грефа не уйдешь. От него нигде не скроешься. Его надо убить. Его невозможно убить. Мы все погибнем. Погибнем. Заткнись. Не каркай. Где же они? Они ведь не отставали от нас. Он появляется и исчезает. Исчезает и появляется. Что-то их не видно. Они появятся. Давайте проверим. У меня полная обойма и два оружейных патрона. У меня 4 пистолетных и 2 оружейных. 2 патрона. Разделимся. Пац, ты на запад, 10 минут хода. Лавкрафт на юг, а я на север. Сбор здесь через 20 минут. Если обнаружите Грефа, оставайтесь там. Если кто-нибудь не вернется через 20 минут, все едут в том направлении. Если Греф попадет под прицел, стреляйте. Нет? Ждите. Поехали. Я никого не видел. Я тоже. Подождем Лавкрафта еще пару минут. Какая-то лошадь? Черт, это Бак. Спокойно, Бак. Лунис.
Грейв. Мне плевать, лишь бы патроны были. Видел его? Нет. Что такое? Когда я ехал, мне было как-то не по себе. Да, надо быть начеку. Держи патроны. Это от Грефа. От Грефа? Да. Греф. Не хочешь зарядить? Сейчас. Заряжай. Не торопи меня. Ты командир, но это не значит, что ты мой хозяин. Заряжу. Когда? Когда захочу. Хорошо. Хорошо. Я понимаю, нам всем пришлось нелегко. Мы столько натерпелись. Но надо держаться. Мы не знаем, где Греф. Он может оказаться совсем рядом. Заряжай. Это ни к чему. У меня полная обойма. У тебя было два патрона. Я нашел четыре патрона у себя в кармане. Я забыл о них. У тебя было два патрона. Это такая куртка, в ней много карманов. Эти пули для меня? О чем ты, Юстис? Ты хотел убить меня. Ты предал нас. Ты видел Грефа. Я, Лавкрафт, сознавайся, ты нас предал. Греф знал, что я буду вести счет патронов. Мы всегда так делали. Неужели ты не понял? Он все это подстроил. Он знал, я пойму, что ты нас предал. Нет, я... Это мне урок. Значит, кто-то из моих людей может предать. Но чтобы ты... К черту, Юстис. Нам всем крышка. Грех перебьет нас. Его невозможно остановить. Это уже не человек, поверь мне. Ты его убил, а он все равно жив. Его никто не сможет убить. Ты заключил сделку с Грефом? Ты видел, как он убивал Лумиса? Хочешь погибнуть так же? Я твой друг, Юстис. Смерть может быть и полегче. Тогда давай. Стреляй. Стреляй, Лавкрафт. Спасай свою шкуру. Убей меня. Спусти курок, Лавкрафт. Стой. Смотри, это Рио Гранде. Граница с Мексикой. Вперед, лошадка!
Давай, Бас, давай. Впереди Мексика. Мексика. Скорее, Юстис. Вперед, Бас, вперед. Не отставай, Юстис. А то тебе на том берегу не хватит красоток. Гони, Бас. Проклятие. Мы почти в Мексике, Пац. Моя шляпа, я уроню шляпу. Надо пересечь границу. Быстрее к реке. Я ранен. Это пятый. Больше не могу. Греф прострелил мне спину. Держись, ты сможешь, Пац. Давай, Пац, мы уже почти в Мексике. Вот она, Мексика. Мексика. У меня кишки вываливаются. Пац, вперед. Вот она, Мексика. Это не Мексика. Где же тут красотки? Револьвер в кобуру. В кобуру.
Ты даже не знаешь, сколько у тебя патронов. Юстис. Все подсчитано. Фильм озвучен компанией DVD Group в 2001 году.